Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками. Уильям Белл Скотт. Британский художник, график, поэт, мемуарист, сын гравера Роберта Скотта и младший брат мастера исторической живописи Дэвида Скотта. Родился в семье художников, отец Роберт Скотт был известным гравером и графиком-пейзажистом. Старший брат Дэвид также был живописцем. Первые художественные уроки Уильям получил от отца и брата. Затем начал посещать Академию Трасти в Эдинбурге. Закончил художественный колледж Эдинбурга. Я цитирую Википедию. В 1837-1843 годах художник жил, работал в Лондоне. Затем в течение 15 лет преподавал в художественной школе в Ньюкасле, где познакомился с Данте Габриэлем Россетти и его семьей. Среди его друзей были художник Джон Рёскин и поэт Алджерон Суинберн, часто бывавший в доме у художника. В 1858 году вернулся в Лондон, купил дом в Челси в 1870. В том же году была издана его книга «Жизнь Альбрехта Дюрера», посвященная художнику. В 1875 году Скотт издал книгу «Поэмы», иллюстрированную собственными рисунками и гравюрами Альмы Тадема. Он также написал несколько томов художественной и литературной критики, редактировал издания поэзии Китса, Байрона, Колледжа, Шекли, Шекспира, Вальтера Скотта. До последних дней Скотт был занят написанием мемуаров, которые были изданы посмертно в 1892 году. Как живописец он был близок к преофраэлитам. На его творчество оказало большое влияние искусство Данте Габриэля Россетти. Работа художника находится в лондонской галерее Тейт, Национальной галерее Шотландии, Эдинбург и других собраний. Брак, заключенный с Летицией Барджери, был несчастливым, хотя формально супруги никогда не расставались. В 1859 он познакомился с Элис Бойд, которая приехала изучать искусство Ньюкасл. Их отношения становились все более близкими, и они жили втроем. По-французски Сулиум и Летиции в замке Пеникл в Вершире. Умер он 22 ноября 1890 года в замке Пенил. Последние годы он страдал от приступов стенокардии. Ну вот так вкратце о британском художнике, графике, поэте и мемуаристе Уильяме Белл Скотте. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Смотрим работу.